С Морозом у меня связано очень много мистики. Если я начну сейчас это рассказывать, то времени не останется песни. Но одну мистику я расскажу. Игорек, он сам вообще-то из такой, из Таганской шпаны. Вот, но где-то на его старой квартире Таганской, на родительской, я не был. Мы еще не были знакомы. А потом он получил квартиру в доме КГБ на Абельмановской улице. А это, ну, это метро Пролетарское, рядом с Таганской, тоже Таганка. И когда я впервые к Игорьку приехал на новую квартиру, я охренел. Потому что, значит, сразу напротив кинотеатр «Победа», а за кинотеатром «Победы» виден дом, где в новогоднюю ночь, по-моему, с 71 на 72 год, я познакомился с своей женой. И мы прямо так и сразу друг другу как-то понравились. И, в общем, как только ударили куранты, мы с ней убежали на улицу, чтобы спокойно целоваться, чтобы никто не мешал. В общем, я об этом сам, и с тех пор, я считаю, как-то вот, что с Морозовым как-то это объединяет и мою семейную жизнь. Поэтому песня о том, как я документально напротив Морозова познакомился с супругой. В юбочке замшевой и в свитерке вижу тебя в голубом далеке, там, где Таганка мерцала в окне, там, где две тени сошлись на стене, там, где две тени сошлись на стене. Был виноват старомодный торшер, что мы в один уместились размер, что проявились фигурой одной в синем огне из угла за спиной. В синем огне из угла за спиной. Спорить со светом на свете нельзя, дрогнули тени, за нами скользя, и во дворе в первый час января сблизили губы в лучах фонаря, сблизили губы в лучах фонаря. Предупреждением ночи назло мы полюбили друг друга светло. Годы страстей пролетели как день, в небе мелькнула прощальная тень. В небе мелькнула прощальная тень. Вырастут дети уже без тебя, я постарею, других не любя. Жди меня там, в неземном далеке, в юбочке замшевой и в свитерке, в юбочке замшевой и в свитерке.